Канун Нового года. Нужно готовить праздничный выпуск нашей программы. У нас мозговой штурм должен быть. Но мы, как всегда, балуемся. Кстати, это мы, школьники, ученики детской киноакадемии. А это студенты факультета журналистики. У них тоже есть задание – новогодний эфир. Но они не очень-то торопятся работать. Нам уже рассказывали, студенты всегда все делают в последний момент. Ваши телепроекты. У вас осталось 3 часа, чтобы подготовить новогодний эфир. Если не успеете, Нового года не будет. Все, мы попали. Нет, сейчас что-нибудь придумаем. Нужны идеи. Ну, я не знаю, может быть, давайте сделаем какой-то мастер-класс. Точно, как лепить снеговика. А где будем снимать? В лесу. В лесу? Да, давайте. Там, кстати, сейчас очень даже красиво. Ребят, ну успокойтесь. Давайте лучше подумаем, что у нас будет в новогодней программе. Ну не знаю. Можно шутки или поздравления? Ага, шутки или поздравления. Может, еще Галкина позовем? Угу, Петросяна. Ребята, ну давайте серьезно. Мы же дети мегаполиса. Что в Новый год делают дети мегаполиса? Развлекаются. Ну обычно по телеку песни поют. Ага, может быть, еще клип снимем. Точно. Это же сложно. Начнем с того, что у нас песни нет. Ребят, так у нас же Влад песни пишет. Да, я пишу. Точно, Лен. Это модно и современно. Тогда давайте снимать. Раз, два, три. Посмотрим, что школьники делают. Ну, давайте сходим. Ребята, батарея села. Ну что, у вас ничего не получается? Нет. А у вас? Нет, у нас тоже. Может, вместе будем снимать? Ребята, а что у вас? У нас клип! И песня даже есть. Здорово, а успеем снять клип к Новому году? А у нас есть выбор? Нет. Да, вперед! Новогодний клип нас ждет! Или кот, счастье или радость каждый дом принесет. Мастерская ТВ празднует уже. Присоединяйся к нам и будь как все. Школьники, студенты и преподаватели. Новый год, этот праздник замечателен. Елки, фейерверки, поздравления и улыбки. Подарки в каждый дом, а в подарках открытки. На елках огни, шары и мишура. С утра на улице играет детвора. Бой курантов и президента речь. Бенгальские огни и аромат от свеч. Запах мандарин на часах 12. Год 2011, пора всем улыбаться. Загадай свое желание в этот Новый год.
мастерская КВ волшебство принесет. Вместе с нами пой, покачай рукой, вместе мы с тобой. Новый год все-таки будет. С Новым годом! И песня даже есть. Нет. Переглянулись. Новогодний бит нас ждет. Пока часы 12 звезд.